Еще на одну счастливую дагестанскую семью стало больше. Благотворительный фонд «Инсан» не перестает радовать малоимущих. Многодетная семья из Каспийска стала обладателем новой квартиры. Помощь в приобретении жилья оказала одна строительная компания. Все подробности в следующем сюжете. В этом маленьком полуразрушенном домике Сакинат живет вместе с тремя сыновьями. На 4 квадратах у них и спальня, и зал, и кухня. Отопления нет. От холода их спасает вот эта маленькая печка. Сегодня гости навестили семью Сакинат, чтобы сообщить радостную весть. Наши добрые люди хотят вам вручить квартиру. У вас будет собственное жилье, которое вам не придется оплачивать за квартиру. Будете жить уже в своем жилье. Женщина едва сдерживает слезы. О таком щедром подарке она не могла и мечтать. Тот случай, когда комментарии излишни, она так и не нашла в себе силы что-то сказать. За маму решил поблагодарить сын. Впрочем, получилось не менее эмоционально. Спасибо капиталу «Строю» за то, что нам дали квартиру. И «Инсан» помощи тоже спасибо. Спасибо вам всем. Новую квартиру для Сакинат и ее детей подарил один из дагестанских застройщиков. Так бизнесмен решил выплатить свой обязательный долг мусульманина – закят. То, что мы хотим сегодня благотворительно сделать, это тоже только ради того, чтобы Аллах был нами доволен, и мы могли как бы то дело, которое на себя взвалили, его довести до ума. У женщины реально жить негде, детей кормить нечем. Если не, то кому? Сакинат не единственная, кто стала обладательницей нового жилья. Строительная компания оказала помощь еще двум другим семьям. Они же вместе с фондом «Инсан» обещали в дальнейшем помочь женщине сделать ремонт в новой квартире. Иншаллах, в скорейшем будущем эта семья переедет в свою собственную квартиру. И вы знаете, подарить квартиру, получается, ее же надо и ремонтировать. Это очередная проблема для них. И мы в этом тоже, иншаллах, им поможем, именно этой семье, потому что она самая нуждающаяся семья. И с ремонтами тоже поможем. Именно вот жилищный момент полностью постараемся их решить. Сейчас Сакинат с детьми ждет того дня, когда сможет переехать в свою новую просторную квартиру. Ну а фонд «Инсан» и в дальнейшем намерен выплачивать закят в виде жилья тем, кто по-настоящему в этом нуждается. Замрут Гамидова, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Каспийск.